На, Мишутка. А ну. Не задел, ничего? Да не, нормально. Она еще зашвырнула далеко, ты понял? А сазаняка, наверное, большой. Ой. Ну как работает волох. Тащи, тащи, тащи. О, начал ходить, сука, начал. Ну покажись, покажись. Что тебя там так сильно любит на даче? Да. Давай. Покажись хоть. Ну. Ага. Я фрикциончик чуть попустил, потому что правильно, затянут правильно. Наглухо у нее был. Что делает, зараза, смотри. Ой, бля. Ой, хороший. Вечером с Наташкой как минимум две бутылки. Нихуясь! Извиняюсь. Вот такие вот крокодилы. Ой-ой-ой. Белый подсак. Спасибо. Охереть можно. Так тут. Тут, наверное, десяточка, наверное, будет. Да. Мать что, моя женщина. Да. Помаши рукой, Наташ. Вот. О, рыбалка, супер. Так вот. Сейчас Мишутка его будет нам отцеплять. Он прям загубился, как хорошо. Он слабенько зацепился. Да. Ай-яй-яй, как. Какой? Что ж нам с ним делать? Сломать и отпустить. Нихера, так он как пол Наташки. А ну поставь свою ногу рядом возле него. Да что там нога у меня? А, все, понял. Убираем спинежок в сторонку. Давай.